Руководство промрынка «Седьмой километр» разъяснило правила работы объекта на период действия в регионе Красной зоны. По словам замдиректора рынка Ирины Ткач, нашим коллегам изданию «Думская нет», территорию «Седьмого километра» промрынка закрыть никто не может. Но все условия Красной зоны карантина соблюдаются. С 23 марта на рынке работают дополнительные наряды полиции, которые следят за порядком. «Седьмой километр» вмещает в себя 15 тысяч магазинов, и все продавцы во время карантина имеют доступ к торговым точкам и товару. А вот для посетителей рынок закрыт. Многие предприниматели продолжают работать через сайты доставки. Кроме того, есть ряд товаров, которые можно свободно продавать в красной зоне, и торгующие ими магазины открыты. Речь идет о средствах связи, гигиены, зоотоварах, медикаментах и продуктах питания. Каждый магазин – это отдельное предприятие – малого или среднего бизнеса, которая по правилам красной зоны может отгружать товар по предварительному заказу. Торговые точки продолжают работу в режиме онлайн.